Ви були одним із перших пілотів найбільшого літака «Мрія». Ви пам'ятаєте цей політ і які у вас були відчуття? В силу того, що льотчик-испытатель, який назначається на перший польот з самоліта, це не означає, що він перший раз в перший клас прийшов в цей самоліт. Самоліт на етапі створення, на етапі ще проєктування, створюються різні стенди, в тому числі і стенд, как можно, как его потом преобразуют в тренажер, то есть это летная кабина, и, скажем, которая ну, отрабатывается там элементы тех или иных, так сказать, полетов и тех или иных режимов. Подбираются коэффициенты, подбираются там это самое, там системы перепроверяются. Поэтому летчик-испытатель, там я или другой на другом самолете, это он уже знаком с этим самолетом. Да, он, правда, не летал, но, условно, как говорится, он подготовлен. Это раз. Во-вторых, когда производство заканчивает уже, потом есть наземные испытания, еще до полетов, то экипаж, ведущий летчик-испытатель, естественно, в кабине, как говорится, не один раз отрабатывают те или иные элементы полета. Поэтому, скажем, сам первый полет – это рабочая обстановка для любого летчика. Если он идет как на подвиг, то он не готов тогда к полету. То есть это не подвиг, это не это самое, это рабочая обстановка, да, это первый полет. Да, это очень важно – выполнить то задание, которое прописали конструкторы, ведущие инженеры. Это важно. Только задание. А то, что событие – это для конструкторов – конечно, это событие. Это особенно такой самолет, как «Мрия». Самый большой самолет в мире. И он создан нашими, как говорится, выдающимися конструкторами, учеными. И это достижение, собственно, всей страны. Это для всего света, можно сказать, была подія, найбільший літак в світі. И відчуття якісь від того були? В себе копаться, и какой я там героический, так сказать, экипаж или летчик, тогда, я честно говорю, тогда ты не готов к полету. Задача выполнить за. Потом, эмоции потом, когда уже на земле, когда корреспонденты спрашивают, тогда можно сказать, что да. Но я помню, тогда спрашивали корреспонденты у меня, ну а замечания были. Я говорю, вы знаете, вы поверите или нет, но вот полет этот первый выполнен, ни одного замечания и зацепиться не на что. Если так будут делать конструкторы и дальше наши самолеты, то профессия летчика-испытателя, может, и не нужна будет. Ну так, шутку сказал, но... До речі, є така легенда, що один із конструкторів сказав, що я його будував, цей літак будував, а як він літає, я досі не розумію. Ну, теж такі шутки є. Все не розуміють, все не знають, все це. Я стремився ще, як говориться, з юних лет, ще летчиком був, множество читав в авиации, и профессия эта в тумане она была, что летчики-испытатели, что есть военные, есть гражданские, а есть испытатели. Вот. Но еще тогда мечтал. Когда-то тоже я был на «Мрии» в Америке, в Ньюарке, и шеф-пилот авиалинии American Airlines пришел посмотреть «Мрию», ну, очень остался доволен, и он пригласил меня посмотреть их академию American Airlines. Я, правда, не знал, я думал, она тут где-то рядом. Ну, это ж Нью-Йорк, и Нью-Йорк, это одно это самое. А он говорит, ну, завтра тогда мы это самое. Я утром подъеду в гостиницу, заберу, и мы съездим это. Ну, хорошо. А оказывается, он забрал меня, ведет в аэропорт, проходим. И мы проходим эту таможню, границу и на самолет. Я говорю, подожди, куда это? Ну как, мы же договорились, что это, в академию это. А где она? Она в Далласе. Это полстраны нужно пролететь. Да, ну мне же неудобно задний ход давать. Я говорю, ну хорошо, ладно, давай. Ну и вот это ж сели, то есть боинговский самолет. Вот. Ну, взлетели они. Ну, потом он пришел ко мне, он там же был. Наблюдающий, контролирующий, позвал меня вот, в кабину. Ну, я вначале там сидел так сбоку, там тоже сиденье было. Посмотрел их работу.
Но потом он говорит, ну, хочешь немножко это самое. Ну, говорю, да я ж не хочу тут вмешиваться в эти дела, потому что это же не положено при пассажирах. Буран, вы тоже вы транспортировали? Да, я был ведущим летчиком-испытателем на Мрии. Поэтому все основные этапы, естественно, они прошли под моим командованием. Мы полетели в Байконур, на аэродром, там свой аэродром, и там нам, как говорится, закрепили сверху буран. И там мы сделали несколько испытательных полетов в связке, этой связке. Ну и получили, в общем-то, результаты те, которые и предполагали наши конструкторы. То есть нового там или чего-то чрезвычайного такого мы не обнаружили. Поэтому в этой связке мы и прилетели сюда, в Киев. Здесь еще, по-моему, 1-2 полетика сделали. И потом еще задача была в Париж полететь на авиационную выставку в Лебурже. Вот там эмоции переполняли нас всех. Почему? Потому что среди тех сотен самолетов на этой выставке самый популярный был это наша Мрия с Бураном. Ибо народу такое впечатление, что все люди, которые на выставке, они собрались возле Мрии с Бураном. И это несколько дней. Поэтому каждого из нас, конечно, переполняла гордость, что вот какие наши ученые-конструкторы создали вот такое чудо природы. Сколько лет минуло, а вы помните эти моменты? Конечно, конечно. Да я вот уже много не летаю, но мои ученики дальше продолжают летать на Мрии. Я, естественно, как бы отслеживаю, да и все, наверное, сейчас же средством массовой информации, ну, довольно, так сказать, объективно все это освещают. В какую бы страну Мрия не прилетела, там ажиотаж в том или ином аэропорту, в той или иной в том городе. Это сотни, тысячи людей, вон, недавно, 2 года назад в Австралию летал. Так там собрались тысячи людей, они дежурили там, говорят, там 3-4 дня в палатках, чтобы увидеть Мрию, сфотографироваться. И он считает, они считают за счастье, что они это увидели. А нас это счастье, оно у нас. И мы летаем, наши ребята летают. Это специфические рейсы, но мое мнение, оно субъективное. Но все-таки я же летал на Русланах, и на Мрии, и наши Русланы, летая по всему миру, зарабатывают вот те денежки, которые наши государи должны были дать на авиационную промышленность. Так вот, я скажу, что потенциальные заказчики перевозки грузов, если они создают что-то огромное, большое, которые нужно перевезти с одного континента на второй, они же уже и логистику продумывают, а чем же они будут перевозить. Так вот, так как Русланов достаточно, то уже те потенциальные заказчики, они и планируют свои грузы под Руслан. А мне и одна. И это ж риск будет, скажем, что если на одну ставку делать, а вдруг там чего-то, что-то. Вот, поэтому то наша вторая Мрия, которая 27 лет, фюзеляж стоит в цеху, и опять же, как говорится, финансов государства все-таки нету. Нету, чтобы ее достроить, а уже две Мрии, это уже вероятность вот тех потенциальных заказов намного выше. Она была создана еще тогда, в те времена, то есть 30 лет назад. Но это только, как говорится, в металле. Но наши конструктора оценивают ее готовность, ну, около 70%. То есть ее нужно начинить всеми системами, двигателями, оборудованием, пилотажным, навигационным там, и так далее. Ну и провести испытания, естественно. Вот. И она получит, как говорится, сертификаты и будет летать. Все наши правители от первого до последнего все время обещали, что да, да, государство выделит. Это, опять же, мое субъективное мнение. Если это две будет, то вероятность потенциальных заказов и ставки на эти самолеты будет выше. А что с Русланами? Сколько Русланов побудував завод? И сколько их по свету взагалі? По-моему, насколько я не ошибаюсь, там 55 или 56 самолетов было создано для Министерства обороны тогда Советского Союза. Вот. Но тогда, скажем, часть оно так и осталось в российской там вооруженных силах. И у нас авиакомпания, которая имеет 7 Русланов. Одну Мрию.
Вот этими самолетами, летая по всему миру, наша авиакомпания зарабатывает средства для, ну, собственно, существования Антонова. Но этого мало. Два Руслана было продано еще в те времена Каддафи в Ливию. Но они пока сейчас там не летают, они там где-то там в ремонтах и так далее. Один Руслан в Эмиратах, в авиакомпании «Максимус». Вот. Тот летает, тот, как говорится, даже один, он справляется с работой, ну, потому что Русланов около 20, которые в коммерции задействованы. Это называется центроплан, то есть крыло от него. Это второй этаж. Точно так же и там, когда вот гладкая заканчивается, вот то второй этаж, который на той лестнице можно подняться. Перевозит Руслан или Мрия грузы различные, то есть есть, ну, те хозяева этого груза, сопровождающие этого груза, то их же нужно где-то располагать, не здесь же. То есть они там располагаются, там есть кресло, там есть, ну, как бы для служебных пассажиров. А там же есть тоже, ну, скажем, такие диваны, что тут же мы автономны, то есть нас никто нигде не обслуживает, мы сами обслуживаемся, экипаж и инженерно-технический состав, который летает вместе. И все эти, так сказать, заправки мелкие, там какие-то ремонтики, то это все делают наши инженеры. Рекорд на Руслане 25 часов и 21,5 тысячи километров. В свое время Руслан пролетел по границе Советского Союза. Ну вот эта кабина, она уже модернизированная, под сокращенный экипаж. И тут два бортинженера сидели, один и второй. Здесь штурман, там бортрадист. Но сейчас остался только четырехчленный экипаж. Это два летчика, штурман и бортинженер. Радиста нет, и второго бортинженера нет. Я чув такий цікавий факт, що на Мрії можна перевезти 270 жирафів. Да, приходится нашей авиакомпании, та, которая летает, вот, летает по всему миру, это Руслан ЖР-7, одна Мрия и еще Антей старенький тоже летает. И заказы могут быть разные, и в том числе экзотические, и в том числе, скажем, там и на животных различных, там перевозка срочная. Ну и когда-то перевозили жирафы, перевозили даже, помню, на Руслане это я участвовал, кактус из Мексики в Испанию, огромный, такой огромный, что он там только мог вместиться, это самое, Руслан, да. А сколько он был высотой? 30 метров высотой, но это сооружение было, оно такое, что, с, естественно, с корнями, там, с землей, металлические эти прутья, трубы, которые держали каждую из этих стволов, чтобы его можно было положить еще. Вот перевозили недавно, Мрия, это в прессе было, сделала несколько рейсов в Южной Америке, перевозя какие-то там энергетические, так сказать, установки. До речі, у вас багато особистих авіарекордів, і у вас був рейс, на якому ви на польоті встановили на Мрії 110 світових рекордів. Це ще процес испытання був, ще самоліт не мав сертифіката, но в силу, как говорится, обстоятельств и руководства, и тогда же Министерства авиационной промышленности Советского Союза, ну, нужно показать миру, что вот есть такой самолет, и что он установил рекорды. Хотя мы еще не дошли по своим испытаниям до того веса, который предназначался для перевозки, 250 тонн. И, по-моему, там это было в районе 180 тонн. Но этого было достаточно, чтобы установить или, скажем, заполнить те клеточки, 110 клеток этих мировых рекордов. Полет не отличался от обыкновенного, испытательного, там напряжений никаких, в общем-то, не было. То вам достаточно было поднять его в небо? Да, да. На определенную высоту, на определенное расстояние. Насколько специфика ваша випробувачів відрізняється від роботи звичайного льотчика? Чи це є додаткові ризики? Дело в том, что да, это совершенно, как говорится, летают оба, но там, ну, не хочу обидеть тех тоже хороших льотчиков, которые вы же тоже пассажирами летаете, так же, да? Я тоже с уважением отношусь к
тем командирам, которые управляют тем или иным самолетом. Но это с пункта А в пункт Б перелеты. А здесь это сначала первые шаги, это, ну, есть термин такой, нужно научить самолет летать. Хотя это такой он термин условный. Вот. Но пройти все эти, так сказать, все шаги. От первых осторожных, как говорится, режимчиков до окончания испытаний, до получения сертификата. Это нужна специальная подготовка, специальное, так сказать, обучение, изучение методики летных испытаний. Всегда опытный самолет, первый самолет, где бы он ни создавался, у нас, в Америке, во Франции, там, это первый самолет, он опытный. И он для того и проводится испытания, что если что-то обнаружено, то его переделывают, по ходу переделывают. И уже в серию, тот, что, как говорится, для получения сертификата, нужно эту систему или эту, или то-то переделать. И потом он в чистом виде уже серийный, как говорится, идет от соответствующего этому сертификату и нормам летной годности. Наши современные самолеты, они все сейчас современная цифровая кабина. То есть это аналоговые, видите, аналоговые приборы. А то цифровая. Вот, скажем, дублирующий, вот авиагоризонт, да, вот дублирующий, он тоже аналоговый. Бывает на некоторых самолетах, что вот этот дублёж идет аналоговый. Бывает. Но сейчас тоже уже делают все в цифре. Не-не-не-не-не. Вот сюда. Вот я вот смотри, видишь, вот я нажал, я вот это рычаги управления двигателем, и руку на штурвал. Вот снимайте. Пилот готов. В пространстве самолет в трех осях работает. Вот это вот так. Это на себя вот себя штурвал. Вот это вот так, ось. И вот эта ось, это вот так. Это педали вот эти вот. Но помимо этого, еще когда сел, то вот нажимая это, нажимаешь тормоза. Как-то мне один кандидат технических наук, ну, однокашник мой. Саня, говорит, я вот никак не пойму, говорит. Ну, а где же там это, на колесо это? Привод, да. Говорит, ты кандидат, как же ты это не можешь сообразить, что нету привода, колеса сбора свободны. Є такий міф розповсюджений, що авіатранспорт він найбільш небезпечний в світі. Які найбільш часті аварії літаків? Ну, я би сказав, зараз на самом крайнім останньому місці по катастрофам це авіація. Як це не странно. Но в силу того, що коли розбивається самоліт, то, звісно, средства масової інформації всього світу об этом пишуть. І создається впечатлення, що от как говорится, так много их тут разбивается. А это самый безопасный вид транспорта. По статистике? По статистике, да. Але які все-таки найбільш розповсюджені причини аварій? Есть недоученность. То есть людской фактор наибольший. Сами отказы тех или иных систем – это меньшая процентовка. А людской фактор – это и зависит от самой подготовки этого самолета, то есть от того инженера, от того механика, от того тоже зависит частичка, от того летчика, насколько он обучен тем или иным режимом или тем или иным полетом, летал ли он в таких условиях, скажем, метеорологических, которые там, так сказать, еще допустимы, но они уже крайние. Поэтому, скажем, но все равно процент этих катастроф, он, ну, намного меньше гиб. У нас на автомобилях, вы знаете, что первое место – это автомобили. Каждый из нас ездит на автомобиле, так вот там риск намного больше, чем на самолете. У нас есть определенный такой цех, где самолеты для ресурсных испытаний. Что такое ресурсные испытания? Ну, к примеру, там. Шасси на самолете, там, который летает еще, летает в мире. И вот эти шасси, которые выпускаются, и они день и ночь. И вот это все это считается, что там оно сломается, к примеру. А он там сделал, ну, условно, 100 тысяч этих циклов. И на 101-м сломалось там что-то. Тогда вывод делают. То если 100 тысяч посадок будет на этом самолете, то не исключена возможность, что вот эта деталька, она откажет.
крыло. Постоянно там эти самые такие нагрузки, и его ломают вам. То есть он как имитирует нагрузку в воздухе. Там есть пушки эти, естественно. Ветер запускает, и в этот двигатель шурует там курочку. А наш Руслан разбился на испытаниях. Ну, скажем, комиссия уже потом предположила с высокой вероятностью, что была такая ситуация. У нас взлете, после взлета произошло столкновение с птицей. Птица ударилась, и она ударилась носовой обтекатель, кок называемый. Так вот этот сам кок, что птица когда попала, предположили, что она сделала надрыв, вмятину там или так далее. А в дальнейшем он, этот, ребята полетели, они летели на, ну, на серьезные, как говорится, режимы. Это на самой максимальной скорости, самое максимальное скольжение получили. И вот на этом скольжении этот кок срывает. Вот эта вся эта металлическая часть, mm-hmm. она разрывается. Mm-hmm. Разрывается, попадает в двигатели. Два двигателя правые выходят из строя. И о подготовке летного состава. Очень простой ответ. Тогда, в то время, любой желающий мог себя проверить, сможет он летчиком быть или нет. Потому что аэроклубы и те самолеты, на которые я широко в аэроклубе учился и летал, это бесплатно было. То есть мое только желание. Училище, учебные заведения тоже бесплатно. А сейчас все платно. И не каждые родители могут, скажем, иметь эти финансовые средства, чтобы желающего парня, может, с него был бы выдающийся в дальнейшем летчик, летчик-испытатель, а средств нету. Пять лет. С бюджета страны ни одной копейки в развитие авиационной промышленности. О чем мы можем говорить? Если я привел пример, Евросоюз поручил Airbus'у создание самолета, среднетранспортного самолета, военно-транспортного, А-400М. И он в это вложил, в разработку, 8,2 миллиарда евро. И на серийное производство 18 миллиардов евро. Конечно, там будет результат. А у нас, дайте средства, они окупятся. Эти самолеты, если они серийно будут создаваться, создан будет хороший самолет, серийно будет производиться, его же будет покупать. Это возврат денег опять нам, в нашу страну. Но что-то об этом не сильно думают. Изучает рынок, где какой самолет нужно создать. Задается первый экземпляр, первый шаг, который проводит испытания и подтверждает эти все данные, чтобы это было. И, скажем, самолет, востребованный авиакомпаниями мира. Тогда он будет покупаться. Для этого нужно что? Изначально вложить в разработку. Ты вам сказал о самолете Ан-132, который вот самый наш крайний экземпляр. Это Саудовская Аравия желает развивать свою авиационную промышленность. И вот на базе этого самолета они хотят построить там предприятие, которое будет создавать этот самолет, потом другие и так далее. То есть сначала. Как это делал когда-то Иран на базе самолета Ан-140. Поэтому за их деньги был, скажем, создан этот самолет. Он называется Ан-132D, демонстратор, пока. Александр Васильевич, вы уже 15 років, як не літаєте, да, професійно. Ви переїхали з Києва в зелене містечко. Да, в Бучу живу. Під сосни, так? Чим займаєтесь? Я роботу, я советник президента Антонова. Ну, по вопросам авиационным, ну или другим там, создания того или иного. Вот, кстати, на Ан-132 я руководил экспертной группой. Это летчики-конструкторы, которые мы, скажем, ну, четко отрабатывали, какие системы, какие приборы, какие навигации должна быть на самолете. Але ж вы часом поднимаетесь за штурвалом? Ну, это так, на малых самолетах, в силу того, что я являюсь президентом Федерации авиационного спорта Украины, ну, в тех или иных клубах, когда я посещаю их, то мне предлагают
ну, полетать на каком-нибудь маленьком самолете. Но так как я юридического основания, так сказать, не имею, то я сажусь как бы пассажиром, ну, и немножко поуправляю самолетом. А сумуете взагалі за ці? Ну, чего ж сумовать, я ж тут как раз в теме, в работе. Ну, то, что всегда ж есть предел, как говорится, возрастной. И дальше уже нечего там. Нужно другим делом заниматься, которое тоже важно и полезно.